Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls, и я все же нашел тут проход. Он, я не знаю, может быть, я немножко был слеп, но он находился прямо здесь. Прям где-то тут. Ну вот я его опять не могу найти, ну... А, ну да, вот он. Интересно, я мог сразу пробежать, не убивая босса? Наверное, нет. Этот у нас имеется костер плюс сообщение. Сообщение не читал. Слезы. Да. Сейчас мы его тут проапгрейдим сразу же. Нам это будет полезно. Много душ уходит. Точнее... человечности, каких душ. Душ у меня нет. Кстати, они мне пригодились бы, мне бы... Мне бы починиться, но в целом... Не знаю, как бы... Можно потратить одну из душ, которых у меня много, но... Жалко. Ладно, давайте потратим немножко. Надо все же починиться. Будет легче играть. Так, сейчас... Я не помню, где я, не по-моему, тут. Ну вот, наверное, самая простая душа. Не, этого маловато будет. Но их зато много, так что... Сейчас посмотрим, что мы тут можем починить. Ну, еще, наверное, 4 души придется использовать. Точнее, 2. Блин, как же это долго. Если, конечно, на слот ставить это быстрее, но... Все же. Вы издеваетесь, что ли? Прошлая часть была в час с чем-то. Это будет такой же похоже. Ну все, отлично. Можно двигаться. Че, только 15 эстусов. Надо еще улучшить. Ну, кто-то получил урон, вы видели? 9 циферка была. Ну да ладно. Все, теперь я думаю, как... Интересно, можно 25 делать? Ну, чтобы выжигание было на 25. Надо будет проверить. Хотя... Зачем? Пойдем по корням. Меньше урона. Ну, тут можно что-нибудь найти интересное, видимо. Но, блин, цвет просто глаза, не знаю, режет немножко так. Попробую сразиться с этими ублюдками. Блин, стрел маловато. Ты сильный? Какого черта? Ты тут пройдешь вообще? Похоже, что нет. Ну, конечно, эти подпрыгивания постоянные меня утомят. Давайте всех сагрим. По-моему, он подходит понемногу, надо его быстрее убивать.
Но здоровья у них не так и много, так что все нормуль. Почти зашел. Очень так яростно бежит. Сейчас как упадет мне на голову. Ох, весело, в общем-то. Ну вот, опять же, и забытый Зелит. Попробуем еще одного убить таким способом. Курочки. Странные враги. Очень странно выглядят. Вот поганец уходит. Главное, надо его постоянно держать во внимании, чтобы не убежал. Дают за них, по-моему, по 2000. Что, на мой взгляд, замечательно. По-моему, я попадаю. О, слишком далеко, видимо. Вот этот пошел. От ублюдок. Пока он разворачивается и огребает. Но тут ему прыжки не помогут. Наверное. Ну, отлично. Пойду лучше здесь. Так, вот под лесенкой ничего нету. Ну, точнее, это корни, но в любом случае. А вон там уже что-то валяется. Конечно, сражаться тут с кем-то будет сложно. Я просто не знаю, какой у них урон и вообще. Душа отважного воина. Что у нас здесь? Можно ли зайти? Корни, 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 корни. Да, тут будет непросто. Там какой-то черный вообще. Или просто эта тень так на него падает, или он, правда, черный. Ладно. Вот дерьмо. Пей быстрее бутылки. Он меня просто задавил. Ладно, с ними лучше не драться. Я, конечно, посмотрю, воскрешаются они или нет. Если не воскрешаются, то есть шанс вернуть свои души, которые я уже набил. А если воскрешаются, то тем более нету смысла. Да, они воскрешаются. Ну тогда будем тупо бежать. В этой броне мы не очень быстро бегаем, но все же.
Надо только придумать, куда бежать. Ну, вон туда побегу. Блин, явно очень... Подождите, они... Они все же мертвые. Ну, тогда я лучше залезу и сейчас еще одного убью. Расчищу, так сказать, путь. У этого врага может возникнуть вопрос, как же так? Но ему не повезло. Слишком близко, как будто. Здоровья у них немного. Ах, но с них явно, по-моему, ничего не падает. Так, что мы делаем тут? Тут мы бежим вперед. Без вариантов. Если там сможем где-нибудь спрятаться, сможем еще подстрелить парочку. Но этот путь явно до босса сложнее. Так, статуи мыкаются. Так, нету проходов? Нет. О, боже, так будет непросто. Вы живы? Так, значит, очередное отвлечение. Я не знаю, это мимик или нет. По-моему, нет. Но я все же его проверю. Мало ли что. Все хорошо. Душа великого воина. Хорошо, тут ничего не открывается. Хотя смысл... Так, вот тут, я думаю, я смогу их убить, и они ко мне не залезут, потому что они очень большие. Удачно. Или я умру. А, все отлично. Да-да. Чё это он в ту сторону прыгает? Как удачно, пока один летает. Блин, они так и пройдут. Ну, отлично, по-моему. Можно спокойно всех уничтожить тут. Все достаточно просто. То есть, если прятаться, то... А если так нападать, то лучше, наверное, бежать. Желательно быстро. Поскакал перед смертью хоть. Кстати, дают
Да, по 2000, по 2300, но тут еще за статую же дали. Вон там что-то валяется, возможно, это мои души. Блин, она же живая. Почему я ударил ее? Она... Ну, смотрите, она... Но она шевелится. Видите? Ну да, все в порядке у них тут. Пока сами не решат ожить, так и не оживут. Блин, тут их сколько вообще? Да, как-то сложненько. Чуть прыгнул неизвестно куда. Лишь бы он меня не подловил. Эти-ка, лучше уж так. Блин, но невысокие, конечно. Большие враги всегда пугают своим размером. Но в этот раз нам наоборот повезло. Что они не могут пройти к нам. Да, всем отходит. Ой-ой-ой, лишь бы он меня не достал. Фух, там еще один, вот этот черный, ну он не черный, просто, видимо, стоит под... И лава так под ним забавно брызжет. Ну, отлично. Да, конечно. Как будто у меня этих стрел много. Ну, последний тут выстрел уже. Так, ну с этими двумя будет непросто. Потому что тащить их некуда. А, там еще вон. Раз, два, три. Хотя, если мы заберемся в то здание, то, может быть, получится, если хороший вид будет. Сейчас посмотрим, не души ли там наши валяются. Скорее всего, просто что-то. Ну да. Ну ладно, пусть души там и остаются, но, похоже, туда не надо. Вот того трупа с светящейся штучкой я видел откуда-то оттуда. Наверное, нам туда и надо. Сначала добежим вот до того конца, потом на корни пойдем.
нету входа. О, есть вход. Ага, костер. Наверное, я могу тут посидеть, они не восстанавливаются же. Починим снаряжение заодно, хотя не особо и надо. Хотя из лука мы больше стреляли, ему надо. И сейчас поубиваем этих. Похоже, собирается уходить, потом возвращается, так и умрет. Так, умер. Теперь этот. Черт, не достаю. Жалко, что стрел не могу купить. Блин, лучше отойду. Угу. Ну не знаю, смогу ли я этого заманить. Жалко, что не попадаю, хотя, по идее, должен. Может, сейчас попадаю. Если попадаю, он сейчас должен умереть. Отлично. Блин, такими толпами стоят. Кошмар просто. Может, ачивку дадут, если я всех их убью. Хоть что-то, на самом деле. Потому что они не воскресают и достаточно тяжелые, по идее. Ну это последний, хотя еще с той стороны есть сбоку. Хотел хвостом задеть, похоже. О, боже мой, еще трое. Кошмар какой. В целом, сейчас можно будет левел зато прокачать, а там уже пофигу.
Надеюсь, меня не убьют прямо, пока я буду левел этот получать. Ну как он штучки делает, какие... Дерьмо. Но это будет не так просто. Дерьмо. Не-не-не, не умирай, пожалуйста. Ну и отлично. Все, хватит этим баловаться, уже надоело на самом деле. Уже давно надоело, но... Так, здоровье. Не знаю, может быть, тут, конечно, можно что-нибудь найти. Не просто же так они такими толпами стоят. Ну хотя, может быть, разработчики такие: о, локация, надо сюда накинуть монстров. Ну давай накинем вот такого, еще одного такого, еще одного такого. Потом такие: а, да, давай еще накидаем штук 50, чтобы веселее было, и понеслось. Бывает такое. Увлечешься. Ну, там. Там две какие-то штучки. Топтать пытается. А, застрял. Неудача. Ну, боже мой. Да пошла в жопу чертова стена. У меня уже и стрел-то нету. Ну не перепрыгнуть, да. Вот прыгучий. Еще не понимаю почему. Все. Тех двух, я думаю, я не буду убивать. Попробую таким круговым путем пробежать. Ага, конечно. Круговым. Ну и зачем? Ну ладно. Очень ценные вещи, типа, я могу их купить за 1000. Так, ладно, где тут эти корни? Пора уже идти к боссу. Походу, мы так хорошо все расчистили. И теперь, если бежать отсюда от костра, там только будет встречаться парочка каменных этих статуй. Ну, тут, конечно, не парочка, но... Если, конечно, это то место. Ага, двойная человечность. Но я эту штуку видел где-то вот оттуда.
Там, по-моему, тоже корни есть. Наверное. Да, вон там, вот видите. Отсюда, наверное, хорошо их опять же убивать. Можно посмотреть, нету ли чего ценного тут. Почти всех истребил, можно сказать. Можно было бы и за душами сгонять, но ладно уж. Побегу туда, посмотрю, что там. Так, ну тут ничего. А вот и корни. Надо где-нибудь душ-хранительниц достать будет. Видимо, у меня глюки, мне показалось, что там есть. Я просто не знаю, босса, наверное, надо будет убивать, пытаться, ну, как бы в три этапа. То есть сначала ту ломать, как в прошлой часть, потом другую. Если что-то из этого не получается, то все по новой. Так пока не получится. Конечно, здорово, но... Тяжело все же, он скидывает, он бьется. Плюс со статуями драться, они ж, по-моему, очень тупят оружие. А подъем, кстати, не тут разве? По-моему, тут. Зачем мне тогда туда идти? Или нет? Нет, скорее всего, там. Ну или нет, я в любом случае проверю. Я очень забыл уже все, что тут есть, поэтому... Помню, что по бокам есть статуи, да. Просто толпы статуй. Я просто устаю уже протыкать их. Я помню, в прошлый раз уставал, сейчас устаю. Но походу мы пришли, осталась присосочка и все. Вроде как. Ну нет, по-моему, не до конца пришли, что-то тут еще будет, но... Нахер, лучше уж так. Раз не плюется. Даже не знаю, какой путь лучше в Изелит этот выбирать. По идее, если идти тем путем, то там парочка каменных и... Ну, демон, конечно, да. Но с него можно выбивать херню. Но, как видите, стрел у меня почти нету. Хотя у меня есть другие стрелы. Надо будет оно докупить. И отправляемся к боссу. Я больше не буду так бегать, чтобы вам не показывать. И буду чисто записывать бой с боссом. Печаль? Да нет, нормально, в общем-то. Смотрите, уже все окей, на. И я умер сразу же. Нет. Прикиньте, но я не умер. Ладно, бегу тогда к нему, может. Что и получится. Хорошо, так подставил. Ну, значит, убить его будет достаточно просто. Нужно просто добежать теперь и... Не знаю, что там ударить. В общем-то... Так, 11 эстосов, я думаю, хватит. Ладно, увидимся, когда я буду там, давайте. Ну, не знаю, в целом дошел. В этот раз быстрее, чем в прошлый даже. Правда, меня чуть этот придурок не обливал, который с присоской на голове, но получилось все. Ладно...
Блин, я даже не знаю, может, нет, костюм я менять не буду, там меня тогда точно убьют сразу же. Может, в блоке попробую? Ну, в блок там не особо спасет, опять же, ладно, посмотрим. Я видел там корень в этой яме, которая появилась, может быть... А, вот как оно должно было быть. А тут... Я не уверен, что добегу. Сволочь, ладно. Увидимся опять, когда я буду тут. Добежал, называется. А, ну это, походу, обычный мудила. Которому... Я просто костер возжигал, пришлось... $26,000, круто. Ну ладно. Я думал, вот мудила. Оказалось, это все НПЦ. Так, ладно, не знаю, надо подумать. Может быть, другой щит какой одеть. Но этот мы не сможем. Блин, вес очень сильный нужен. И силы нужно, по-моему, да? Да. Ну какого черта? Сейчас посмотрим. Силы 50, да. Че тут у нас? 34, 16. Этот можно в целом. Вес, конечно, побольше. Прочность поменьше. Что-то там был за параметр, вроде стабильность или что-то. Стабильность у этого хороша, но силы маловато у нас. Это вообще супер, но физический пропуск. Ладно, одену этот, так и быть. Посмотрим, как он выглядит, как говно. Наверное, и есть говно, но... Ну да ладно. Блин, спускаться не хочется, на самом деле, опять умирать, плакать, ругаться про себя, конечно же. Огонь кидай уже, а то потом там меня встретит он и все. Иди нахер. Просто невероятно. Пока я встаю, идет второй замах. Иди нафиг. Я тебя буду убивать. Пройду сюда, пройду. Надеюсь, за мной там... Дерьмо. Нахер. Я доберусь. Получай. Ссаная говняшка. У нас получилось. Костер. Пойду посмотрю, что там было. Бери нахер свои... деревянные клешни. Душу надо забрать как-то. Вот сюда, видимо, нужно прыгать, чтобы... Ой-ой-ой. Соскальзываю, надо отсюда валить, а то... Доскольжусь. Ну, до душа уже не доберусь. Ладно, тогда костер и все. Мы прошли эту локацию. Поздравляем. Это было не так уж и легко. Я думал, что будет сложнее, но это все равно было. 91 тысяча, есть новые уровни. Тык-тык. Нет, нахер. Будем силу качать. Хочу силы качать. Так.
переносимся, наверное. Хотя можно починиться сразу. Перенестись. Я даже не знаю куда. Теперь у меня нету идей. Ладно, наверное, к храму огня. Оттуда уже ближе будет к тому боссу. К четырем королям, я имею в виду. По-моему, я убил сейчас трех боссов. Мне еще один нужен. Потом я смогу попасть к главному боссу. Но поскольку меня ждет лес и DLC, то не скоро я туда попаду. Тем не менее, надо подготовиться, так сказать, чтобы идти в DLC. DLC, по идее, по-моему, самое сложное. Так что, вон там чувак сидит. По-моему, он продает даже кольцо ведьмы. А может и нет, мне кажется. Но он точно продает отмычку. Так, бла-бла-бла. Давайте на этом закончим эту часть. Я узнаю, где кольцо достать. Тогда уже можно будет четырех королей бить. А так, пока и смысла нету играть. Я мог бы пойти в лес побегать, но не хочу. Так что увидимся в следующей части. Но пока всем спасибо и пока.